12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». В студии по-прежнему Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Добрый день. Добрый день. Мы продолжаем нашу беседу. И сегодня, накануне Великого праздника, Дня Победы, мы пригласили к нам Марину Юсупову, начальника управления культуры и администрации нашего города, для того, чтобы осветить программу праздничных мероприятий непосредственно 9 мая. Марина Александровна, добрый день. Добрый день. Добрый день, уважаемые кировчане. Да, ну и с праздником всех наступающих. Да, да. Правда, вот этот праздник, который объединяет совершенно всех людей, и хотелось бы понимать, что этот праздник отметит абсолютно всех людей, которые свой вклад в победу внесли, но и каждый из нас тоже в этом празднике может поучаствовать и тоже какой-то вклад внести. У нас сегодня будет в программе и полное освещение мероприятий, тех, которых ожидают 9 мая кировчан. И начать бы мы все-таки хотели с того, что подготовил город для наших ветеранов. И в том числе и про бессмертный полк хотелось бы нам поговорить, потому что такая ситуация складывается в некоторых регионах, что чиновники, видимо, особенно рьяные, решили, что нужно все завести в определенный формат, там четкие требования к фотографиям, чуть ли не запись на этот самый, да, на проход по бессмертному полку. В общем, вызвало это бурю эмоций и комментариев, на мой взгляд, абсолютно оправданных у людей, потому что все-таки там идут люди по душевному порыву своему, да. А у нас как это все организовано, бессмертный полк в этом году? Ну, то, что касается бессмертного полка, так как с каждым годом кировчане все более и более активно принимают в этой всероссийской акции участие, поэтому бессмертный полк выделен в отдельное мероприятие, то есть торжественное открытие вот этой всероссийской акции «Бессмертный полк» в городе Кирове пройдет на Театральной площади в 12 часов. Мы ждем всех желающих принять участие в этой акции. Без ограничений, да, без предварительной записи. Без пропусков, без всего, перед сценой на Театральной площади именно к 12 часам. То есть вы можете взять планшет с фотографией своего семейного героя. Если у вас нет этой фотографии, вы можете просто написать, как его звали, этого героя. Если это совсем молодая семья, и, может быть, они не знают как-то свою родословную, вы можете для того, чтобы был какой-то воспитательный момент для детей в семье, вы можете принести, например, какого-то героя, которого вы знаете, например, наши земляки, там Конев, другие вот наши маршалы, вот, ну, герои Великой Отечественной войны. То есть никаких ограничений ни в форматах, ни можно в цветной фотографии, с черно-белой фотографией. В общем, всех желающих мы приглашаем к 12 часам на Театральную площадь. Ветераны будут принимать участие в бессмертном полку? Или мы не знаем, то есть вот кто придет, тот и придет? Ну, конечно, ветеранов города, прежде всего, они все приглашены, у них у всех есть билеты на парад, который придет у нас в 10 часов. Это торжественное прохождение. Да, в 10 часов. Торжественное прохождение войск Кировского гарнизона, силовых структур, обучающихся кадетских классов и военно-патриотических клубов. Вы, наверное, уже видели, что установлены трибуны, где как раз будут находиться ветераны. Их уже не столько много, как бы хотелось видеть, но так как уже 73 года прошло с той Великой весны, то понятно, что сейчас у нас количество ветеранов уменьшается, а количество участников бессмертного полка, оно увеличивается. Ну, можно по цифрам пройтись для сравнения за последние годы, за последние вот эти праздники Победы, сколько их участвовало? Ну, вообще, по стране вот эта акция, она была начата в 2012 году. Киров впервые участвовал в этой акции в 2016 году. Тогда в этой акции приняло участие около 5000 человек. В прошлом году это было 6 тысяч человек, и мы ожидаем, что нынче к участию тоже придет не менее 6 тысяч человек. Напомните, пожалуйста, маршрут шествия бессмертного полка. Вот к 12 часам собрались на Театральной площади, у сцены. Мы собрались у сцены. У нас будет небольшое, но яркое такое содержательное и эмоциональное открытие. Мы к нему очень готовимся, буквально 20-25 минут. После этого, значит, все участники этой акции, они идут по тому же маршруту от сцены Театральной площади, как у нас уходит парад. То есть в обход сквера и выходит на Московскую. На Московской их встречает духовой оркестр.
И, значит, впереди этой колонны у нас аншлаг «Бессмертный полк», духовой оркестр, и мы идем точно так же по Московской, на набережную Грина, к нашему как раз к вечному огню. Угу. И там у нас возложение цветов. Угу. Внимание, дорога будет перекрыта, соответственно. Да. Московская, Карла Маркса. Карла Маркса вот со стороны Преображенской и Спасской будет перекрыта эта улица. Угу. Хорошо, возвращаемся к параду. 10 часов, торжественное прохождение войск, как вы уже сказали, и кадетов, кстати говоря, военно-патриотических клубов. Здесь нужно еще раз отметить, потому что вопросы нам слушатели задают, что на саму театральную площадь, вот на эти места, которые мы уже видим в течение недели, расположенные кресла на театральной площади, выдавались специальные билеты. То есть это не свободный все-таки вход на театральную площадь, и делается это в том числе в силу того, что необходимо соблюдать определенные правила по безопасности. Угу. Правильно? Да. Значит, билеты на театральную площадь, они были распространены через Совет ветеранов. На трибунах будут находиться ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, ну и сопровождающие их лица, потому как люди преклонного возраста. Для сопровождающих тоже предусмотрено, да, места, чтобы им тоже было удобно? Ну да, потому что чтобы было их удобно, значит, чтобы ветерану было удобно и комфортно. Остальные билеты на парад, они распространялись по территориальным управлениям и по общественным организациям, и по районам, и по большим предприятиям города, потому как пойдет уже колонна на возложение цветов, которая будет состоять и из территориальных управлений, и в территориальных управлениях в колоннах будут идти и крупные предприятия города. Что нам посоветовать людям, которые хотят посмотреть каким-то образом этот парад? Где они могут расположиться, может быть, вдоль каких улиц что-то будет тоже? Ну, весь парад пойдет по Московской. Угу. Соответственно, значит, вот улица будет выгорожена лентой сигнальной, но тротуары будут свободны, то есть могут люди расположиться. Мы пойдем в сопровождении музыкальных композиций военных лет. Значит, на Московской это будет Радио Мария, а потом у нас трансляционная система от Казанской и до набережной Грина. То есть все будет весело, интересно, и будут, значит, и гармонисты, и баянисты, в общем. То есть можно от театральной площади по Московской, вдоль всей Московской на тротуарах занимать места, и вы все пронаблюдают парад. То есть там уже никаких ограничений не будет? Любой желающий. А, кстати, те, кто не проснется к 10 часам утра или вот-вот проснется, я имею в виду телевизионная трансляция, будет в этом году? Да, нынче, значит, у нас будет работать первый городской, а акцию «Бессмертный полк» еще будет ГТРК «Вятка» снимать. А, значит, ГТРК только «Бессмертный полк», да. Парад с 12, не соответственно. А первый городской транслирует? Первый городской вообще весь день. Полностью и парад, все. И «Бессмертный полк», и вообще всю программу. Все, то есть тот, кто дома это все наблюдает, включает первый городской и смотрит полностью все торжественные мероприятия. И плюс у нас на сцене будет 2 светодиодных экрана, то есть будет близко как бы транслироваться то, что происходит и на сцене, и будет показана и театральная площадь, как люди реагируют на то, что происходит на сцене. А вот этот экран, который на ВУЗе, на нашем опорном, на политехе висит, тоже будет задействован? Он будет задействован, там будут прокатываться ролики, вот, военно-патриотической направленности. А сколько, кстати, вмещает у нас традиционно театральная площадь? Вот, парад, включая ветеранов, других зрителей, приглашенных. Сколько пригласительных было роздано? Где-то порядка 6 тысяч. Да. А вообще вот в день города, когда у нас уже фейерверк проходит, когда вот полная площадь людей, это где-то 10 тысяч у нас вмещает театральная площадь. Но так как, видите, для парада все равно делается выгородка, чтобы была площадь свободна для прохода наших этих военных. Что касается военной техники на параде? Нет. В этом году ее не будет? Нет. Зато будет выставка автомобилей военного и послевоенного времени. Да, это у политеха будет у нас. Это очень выставка, она очень всегда пользуется спросом. Это как и фотозона, и для детей очень интересно будет. То есть мы идем по программе. С 10 до 11 через театральную площадь пройдет парад, и он уйдет по Московской к Вечному огню. В это время с 11:30 и до 2 часов дня будет выставка автомобилей военного и послевоенного времени. Можно будет пофотографироваться у этой техники.
В 12 часов акция «Бессмертный полк», как уже сказала Марина Александровна, стартует с Театральной площади и по Московской, пройдет до Вечного огня. А в 14 часов, после того, как уже все посмотрели, сфотографировались, и цветы возложили, и встретили друг друга, и поплакали друг у друга на плечах, да, начнется концертная программа «Спасибо за счастливое детство» с участием творческих коллективов. С 14 до 15.30. Это важно. Давайте отметим тех ребят, которые будут там участвовать. Пример можно привести? Кто-то? И это сделаем мы уже после небольшой паузы. Хорошо. Давайте прервемся. Давайте. Продолжаем дневной разворот. В студии Марина Исупова, начальник управления культуры администрации города Кирова. Вместе с нами Светлана Дзянько и Владимир Сметанином. Мы разбираем программу завтрашнего праздничного дня. 73-я годовщина Великой Победы будет праздноваться всей страной, всем городом, да и всем миром, я думаю. Итак, делаем это подробно, чтобы вы точно знали, куда пойти, где можно принять участие, на что посмотреть. Итак, концертная программа «Спасибо за счастливое детство», детские творческие коллективы. Это традиционная, да, такая история у нас, да, в городе? Да, да. С 2 часов до 15.30. А вот с 15.30 я вижу фестиваль духовых оркестров «Фанфары Победы». Это что-то новенькое. Расскажите. Да, это у нас вот такая новая форма, так как у нас за последний год к нашему величайшему удовольствию появилось два творческих коллектива. Это оркестры духовые «Фаворит» и «Авангард». И вот они примут участие, плюс еще у нас известный детский духовой оркестр «Ретро». И, конечно же, завершится программа «Северной звездой». И мало того, в финале вот этой всей концертной программы «Северная звезда» вместе с этими оркестрами, они несколько музыкальных вещей сыграют все вместе. Мы, в общем, потихонечку готовимся к юбилею нашего города. На следующий год будет 645. И вот духовые оркестры — это всегда очень интересно. И впечатляюще. Да, «Северная, да, звезда». Еще раз для тех, кто не является фанатами симфонических оркестров. Это кто? Да, «Северная звезда» — это военно-духовой оркестр. Музыканты в форме, да, соответственно. В нашей воинской части. И у них замечательный дирижер Александр Гаврилин. Эмоциональный. Всегда эти концерты очень интересно проходят. Ну, а что касается коллективов «Фаворит» и «Авангард», то с руководителем данных коллективов Сергеем Огородниковым мы буквально в воскресенье познакомились в детской программе «Открывашка», когда разбирали деревянные духовые инструменты в составе симфонического оркестра. Да, вот он у нас на сайте, да, есть. Программа «Открывашка», да, 6 мая. Там вы можете... И после «Открывашки» он, кстати, мне визит дал. Молодец. Спасибо Сергею за это. Вот, пожалуйста, приглашайте в студию, да, наши коллективы. Так что обязательно, я думаю, в ближайшее время мы знакомить детей и родителей с симфоническими, да, оркестрами. Это, конечно, всегда потрясающе. Я не могу похвастаться тем, что я вживую видела много каких-то праздников, связанных с духовыми оркестрами, но как-то попала в Воронеж на День города, кстати. Угу, да. И они меня там, конечно, впечатлили, потому что духовые оркестры красивые, вот эта музыка вся, это всегда очень здорово. И хорошо, что у нас тут традиция тоже начинает складываться. Я так понимаю, что, вот, судя по названию, фестиваль именно духовых оркестров, а не просто концерт, выступление, да, на мой взгляд, это предполагает, ну, все-таки другой настрой у музыкантов. Нужно показать себя, да, наиболее ярко, меняться, как можно, да, лучше, да, как-то, вот, чтобы это действительно как вот еще шоу было, да? Они будут меняться на сцене, и потом у них будет вот такой красочный финал. И мало того, значит, в один из моментов, тогда, когда будут играть детские оркестры, еще клуб «Мир», знаете, конечно, знаменитый, конечно, исторический, да, исторический клуб. Там еще будут краеведческий, простите, да, историко-краеведческий клуб «Мир». Будут детишки танцевать перед сценой тоже, значит, танцы военных лет. Ну, да, и да, да, мне, да, кажется, что и горожане могут присоединиться, потанцевать под духовые оркестры с 15.30 до 18.00. Да, конечно, конечно. Можно, безусловно. И вообще я вижу, что вот эта праздничная музыкальная программа аж до 10 вечера, когда фейерверк праздничный нас всех ждет, продолжится, потому что там у вас программа лауреатов Кировского городского фестиваля исполнительной военной патриотической песни «Во славу России» пойдет, потом караоке-фестиваль с 8 часов споем «Друзья», потом концертная программа «Музыка Победы» с участием ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка» из Перми. То есть практически такой четырехчасовой марафон, а вместе с оркестрами духовыми и того больше, более чем шестичасовой марафон музыки,
танцев. А вот это вот караоке-фестиваль, что значит? Это любой может просто поучаствовать? Это очень интересная форма, которую мы уже неоднократно использовали, так как у нас кировчане любят попеть на сцене. Значит, будет у нас шоу-группа «Россияне». На светодиодных экранах у нас будет идти тексты песен, которые все мы знаем. Угу. Значит, в какой-то... Связанных с победой. Да. В какой-то момент мы будем петь всей площадью, теми зрителями, которые около сцены. В какой-то момент мы будем приглашать тот, кто хочет выйти на сцену, спеть с артистами. То есть, ну вот такой интерактив. Вы будете петь? Я? Да. Как пойдет. Все может быть. Даже мы с тобой, Володя, возможно, споем. Вас я точно приглашаю. Спасибо. Возможно, споем. И в 22 часа, это мы сейчас все говорим про театральную площадь, будет праздничный фейерверк. А, кстати, фейерверк откуда будет? Он будет у нас традиционно из сквера. Где фонтан располагается. Да, где фонтан у нас располагается. Единственное, что знаю, что кировчане ждут что-нибудь такого эдакого. Как всегда. Да. Да. Мы будем очень стараться, но так как у нас наша большая театральная площадь, она, в общем-то, не большая, а маленькая по размерам, и согласованные с пожарниками, с МЧС, у нас только те виды снарядов, которые совершенно безопасны, поэтому... В городском пространстве. Да, мы будем очень стараться, чтобы это было интересно. У нас уже который год это идет в музыкальном сопровождении, в общем, есть некое такое выстроенное фонограмма, которая где поярче, где потише. В общем, мы будем очень это стараться. Но я говорю, что... Но грандиозного праздника фейерверков на театральной устраивать, товарищи, нельзя в силу пожарной только безопасности. На Вятке. Только на Вятке. Ну, нам обещал тут губернатор Игорь виду, да? Владимирович Васильевич, что подумает насчет праздника фейерверков в Заречном парке. Глядишь, и нас, и мы этого дождемся. А можно? Мы сейчас, я так понимаю, уже завершаем, да, в общем, в целом, да, про театральную площадь? Про театральную, да. Просто мне хотелось бы обратиться ко всем нам, уважаемые жители города. Я посещаю ежегодно, стараюсь вот эти фейерверки, вижу эту обстановку. Пожалуйста, ну, относитесь с уважением к тому месту, где вы находитесь. Я имею в виду чистоту в первую очередь. Вот когда фейерверк проходит, смотришь потом на асфальт, на тротуары, очень много мусора остается. Ну, пожалуйста. И алкогольные напитки, Володя, да, конечно. Пожалуйста. Сигареты и алкогольные напитки. До ближайшей урны донести не так сложно. Вот это, кстати, так вот эта история выделена. Мест, где покурить и прочее, она когда-нибудь нас тоже захватит. Имейте в виду. Ну и, пожалуйста, там будет очень много детей, очень много пожилых людей, очень много людей, которые не курят. Научитесь как-то это делать так, чтобы не мешать другим, пожалуйста. И конечно же, что касается алкоголя, и сами воздержитесь, если сможете, и не стесняйтесь делать замечания. Я вот всегда удивляюсь, когда люди чувствуют себя некомфортно, но стесняются сделать замечание там соседу. Не стесняйтесь, пожалуйста, потому что не только ваша безопасность и комфортное времяпрепровождение от этого зависит, но еще и окружающих людей, и самое главное, детей. Потому что давайте друг к другу относиться с уважением. Ну, вот что касается улицы Московской, мы уже сказали про шествие, да, к памятнику воинам-кировчанам, про бессмертный полк. А вот про набережную Глина имеет смысл, конечно, сказать отдельно. В прошлом году, несмотря на то, что был такой дождик, мы с дочерью как раз на набережную Глина выдвинулись, потому что никто не может пройти мимо фестиваля военной кухни. А он впервые в прошлом году был? Я не помню. Нет, уже второй год. Он у нас в этом году третий, получается. Да, он у нас начался с 70-летия Победы. А, вот. Это уже... В 2015-м? Да. 15-й, 16-й, 17-й, 18-й, да, в четвертый, да, раз уже были. И я помню, что мы с ней, несмотря на дождь, гуляли по набережной, и были концертные программы, и мы смотрели, кто что представит, какая, значит, где вкусности какие есть и прочее. Mm-hmm. И люди, тоже не смущаясь погоды, шли на набережную, а нынче, посмотрите, за окно, я надеюсь, что завтра будет так же, солнце, тепло и хорошо, и фестиваль ведущих кафе и ресторанов города нас тоже ожидает с 10 утра до 23 вечера. Сколько же их будет? Сколько же продуктов они должны запасти, чтобы накормить всех желающих? Ну, наверное, вся буквально набережная ими будет уставлена. Да, вы знаете, наши торговые
торговые точки, вот эти вот столовые, кафе, рестораны, они с охотой принимают участие в этом фестивале, потому как вот это и в День города мы это проводим, но почему-то именно 9 мая, потому что, может, еще не жарко, это пользуется огромным успехом у кировчан, так как туда можно прийти и провести, собственно, весь день. И погулять, так как у нас набережная замечательная, красивая. Там и развлекательные программы. И покушать, и первый, и второй, и третий десерт. И для детей, и для взрослых там будет чем заняться. Поэтому я с удовольствием всех приглашаю туда. Мне очень понравилось, что там было несколько концертных площадок, и музыкальные группы играли кавер-версии различные, начиная, Володь, от военных песен до группы «Кино». И там вот, когда как раз концерт практически там, да, группа «Кино», ее композиции там в полном в перечне исполнялись, дождь, собралась такая толпа, которая вдохновенно просто подпевала, и было очень классно в этом смысле. Сейчас так же будет, тоже будет, да, точно так же играть. Там будет и музыкальная программа, и будут и призы разыгрываться, и можно будет детям поучаствовать и почитать стихи, и попеть, и выступить, то есть интерактив обязательно будет со зрителем, так что всех приглашаем. Так, сквер борцам революции. Московская, динамовская проезд. Динамовский, да, московский. Ну, мы эту площадку уже традиционно отдаем управлению по делам молодежи. Там у нас будет выставка военного оружия. Значит, там можно будет поупражняться в разборке-сборке автоматов, посмотреть исторические различные и фотографии, и документы. Там у нас еще будет с рекламной акцией военкомат наш. Кстати, весенний призыв продолжается. Нет, ну знаете, сейчас вот служить-то стало престижно, поэтому вот мы как бы они к нам обращаются, и мы никогда им не отказываем, потому что дело-то хорошее. Надо, кстати, военкомат позвать, Володь. Военкомат позвать. Расскажем, да. Военный комиссариат Кировской области. Да, да, да. То есть там вот такая она площадка будет, посмотреть, походить, значит, в чем-то поучаствовать, вот она такая будет. Люди идут с возложения цветов и сразу туда, вот в эту атмосферу. Там будут и у нас и клубы исторические, можно будет с солдатами сфотографироваться в форме, то есть фотозоны будут организованы. Вот такая площадка. Угу. Да, да, с 11 до 15 часов. Да, это все будет в сквере. Александровский сад. Тоже концерт с 12 до 3, еще концерт с 15 до 16, еще концерт с 16 до 17, еще до 17 до 18, и караоке с 18 до 20. Кстати, кто любит караоке, то с 18 до 20 в Александровском саду поет, а потом с 20 до 21 на Театральной площади. По площадкам ходить и петь, и петь, и петь. А вот в Александровском саду мы нынче решили опробовать такую новую форму, как поэтический марафон. Мы о войне стихами говорим. Потому как вот перед Днем Победы у нас проходит очень много конкурсов и детских, и взрослых. Именно люди читают о войне. Я сама присутствовала у нас в библиотеке Лиханова, где читали лучшие дети. А это еще происходило после той ужасной трагедии в Кемерово. И когда дети читали, я не могла, я не сдерживала свои слезы, потому что настолько это трогательно. Они так как-то вот это все понимают, так все обыгрывают. Конечно, это огромное спасибо родителям, педагогам, что их так подготовили. И поэтому я говорю, давайте мы 9 мая дадим людям выступить. Там будут и взрослые читать, и дети. Это вот в центральной ротонде мы всех приглашаем с 2 до 3. И даже если кто-то будет желающий из кировчан, то мы дадим возможность. Вот здесь написано, что с 2 до 3, но это может быть и дольше. Если у нас как бы это вот все пойдет, будет людям это интересно. А кто-то модерировать будет это чтение? Да, конечно, это у нас. Приглашать. Да, это у нас. Эта площадка поручена Дому культуры Заречный. Там составлен сценарий. В общем, мы думаем, хотя, конечно, там будет озвучка, микрофон и все, но я думаю, что это пройдет в таком, знаете, в семейном, как сказать, таком формате. Мы читаем о войне. Да, я приглашаю сразу. Я просто недавно была в галерее «Прогресса» на этапе региональном фестиваля «Открой рот». Я тоже поражалась, как люди читают с листа различные произведения. Я, коллеги, кто там принимал участие, вас приглашаю. Потому что имеет смысл показать свои таланты кировчанам. Да. Но и тут я не могу не вспомнить Вячеслава Николаевича Симакова, который ратует за то, чтобы у нас в городе восстанавливались вот эти вот театральные ракушки. И
прежде всего он хочет в Гагаринском парке в этом году восстановить. Вот замечательная совершенно идея, потому что я с вами совершенно согласна, Марина Александровна. У нас и пожилые люди талантливые. Вот, да, Володя, сколько мы рассказывали про театр, да, пожилых людей. И великолепно совершенно. Представители так называемого серебряного возраста. Серебряного, да, возраста. Которые... У нас и дети играют, замечательные совершенно композиции ставят. Я вот в Вятской гуманитарной гимназии накануне наблюдала большой концерт. Просто на профессиональном уровне. И так за душу берет, что, правда, ты начинаешь там с первой минуты буквально плакать. И так прочувствованно дети доносят эту тему. И ты понимаешь, что удается передавать из поколения в поколение понимание и праздника, и радости, и горя, и всего вместе. Они, правда, это понимают, ощущают, обсуждают. Это здорово. И вот тут хорошая была бы традиция, действительно, чтобы в ротондах, в ракушках, в летних театрах мы чаще, не только по праздникам, устраивали вот такие импровизированные театральные вечера, где можно было бы свои таланты показывать. Посмотрим. Может быть, и эта традиция расширится в нашем городе. Это было бы, конечно, замечательно. Нам пора на рекламу уйти небольшую, после чего мы продолжим наш разговор о праздничных мероприятиях в нашем городе в честь Дня Победы. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии работает Владимир Сметанин и Светлана Занько. Наша гостья Марина Исупова, начальник управления культуры администрации Кирова, рассказывает нам о том, что нас ожидает 9 мая на различных площадках города Кирова. Мы достаточно подробно изучили программу в центре. Ну, кроме того, что надо сказать, что кроме поэтического марафона в центральной ротонде Александровского сада, всех любителей потанцевать в Александровском саду такая возможность ожидает с 18 до 20 часов. И потом можно еще будет там, я думаю, что и попеть тоже, точно так же, как и у Вечного огня. Но давайте расскажем еще тем, кто в центр не выберется, а в своих микрорайонах тоже хочет поучаствовать в разных мероприятиях и в этом празднике. Вот я вижу, здесь впервые появилась площадка, раньше ее не было. Это площадка у торгового центра «Гринхаус». Как микрорайон называется? Называется, Володя. Зональный? Нет, это все дальше уже зональный. Да. Туда вот. Почти солнечный берег. Зиновый, новые микрорайоны, несколько тысяч человек живет, конечно. Там тоже будет полуторачасовая программа. Расскажите, пожалуйста, чья это была инициатива? Там, это была наша инициатива, и мы, значит, созвонились с руководством торгового центра «Гринхаус». Они очень откликнулись горячо на это предложение, так как там большой молодой микрорайон. Вот. И мы на этой площадке, где будет перекрыто движение автомобильное, На парковке, мы делаем некое подобие сцены, выделяем ковролином вот это сценическое пространство, и мы делаем развлекательную концертную программу для жителей этого как раз района. Начнется она в 16 часов, 9 мая. Кроме концерта у нас там будут и мастер-классы, где можно будет, значит, и что-то из бумаги сделать, и написать письмо солдату. Это у нас работают и библиотеки, фольклорная школа, которая находится в этом микрорайоне. Письмо солдату, который сейчас служит, срочную службу проходит. Также на треугольничке, как раньше, в годы войны. И Дом культуры России Новоявского района, они там будут вот организовывать всю эту программу. Я думаю, что постепенно мы в этом микрорайоне что-нибудь такое интересное придумаем. А уж когда они построят набережную, наконец, большую, там тоже будет кухня Победы. А, Парк Победы. Парк Победы, давайте переметнемся на Лепсе. Да, Парк Победы, это у нас, конечно, тоже любимая площадка. Пока там нет сцены, но она как бы ожидается, что когда-нибудь там она появится. Будем ждать, что не будет дождя, так как у нас концертная программа там с 2 часов до 5. И завершится она большой концертной программой нашего знаменитого фольк-проекта «Поющий город». То есть там вот, ну, интересная программа будет. И тоже можно будет и поучаствовать с ними. И тоже мастер-классы там будут различные. Да, площадки будут работать. То есть Парк Победы полностью задействован, точно так же, как и Кочеровский парк. Тоже концерты и танцевальные программы с 3 часов дня до 7 часов вечера. Это, видимо, для того, чтобы успели переместиться поближе к фейерверку. Я смотрю, пермяки активно будут молодцы в течение этого дня. Приглашаем коллектив, то мы как бы их на целый день используем, потому что сейчас у нас, к счастью, в городе появляется все больше и больше вот таких площадок, и народ активно принимает участие, и приходят всеми семьями, и это, конечно, радует, и хочется, чтобы людям было интересно.
Ну, надо с радостью отметить, что еще и в таких районах, как Ленгасово, в Заречье тоже будут проходить торжественные митинги. Давайте им четко скажем, что вот в Ленгасово я вижу с 11 до 15, 4 часа праздничная программа будет «Вальс Победы». Ленгасово, улица Комсомольская, 10. Дом культуры Ленгасово. Я не знаю, что такое улица Комсомольская, 10. Ленгасово. Вы знаете, у нас в Ленгасово есть Ленгасов культуры, сейчас нахмурились. Ленгасовский дом я культуры, там была не раз, который буквально в прошлом году к нам передала железная дорога. И там вот как раз расположение этого дома культуры, оно чем интересно. У него рядом с домом культуры есть танцевальная площадка, где летом там проходят танцевальные вечера. И, соответственно, мы можем использовать и площадку дома культуры, и площадку около дома культуры. У нас там очень интересные творческие коллективы. Очень у нас руководство там такое молодое. В Ленгасово вообще очень активные люди. Да. А так как можно говорить, что Ленгасово — это так же, как Нововятск, это почти свой город. Поэтому вот Дом культуры, там вот такой социокультурный центр, и они очень хорошо работают. Там очень активная, кстати, и ветеранская тоже группа. И, между прочим, ничего не обиделись Володе ленгасовцы. Их такой сквер ожидает в этом году. Я видела проект, который Елена Васильевна Ковалева представляла. Глава города, она, конечно, она депутат от этого как района. Как раз эта местность, да, под вместе особым с Валерием Васильевичем Крепостным. Да. Так, площадь Заречный, Дома Заречный. Да, то, Заречный. Что касается Дома культуры Заречный, тоже мы все знаем, что там и Дом культуры отремонтировали в хорошем состоянии сейчас. И там у нас площадка перед Домом культуры. А микрорайон Коминтерна, он тоже такой очень активный. И ветеранская организация там активная, и семейные. Все вот эти вот объединения общественные. Поэтому мы думаем, что там тоже все у нас будет. И как раз на территории Дома культуры. Хорошо. Ну и, конечно, город в городе. Не могу не отметить Нововятск. У них там все по той же программе, только чуть-чуть сокращено. Все с парада начнется. Все по-взрослому. В 10 часов торжественный митинг. В 11 часов праздничная программа. В 20 часов концерт шоу-группы «Россияне», твои любимые, Володя Тверщи. Вот. И праздничный фейерверк. В 21:20. То есть два фейерверка в областном центре будет 9 числа. У нас один два на парада, площади, это в Нововятске и на Театральной площади. Два фейерверка. И еще сейчас у нас, значит, в микрорайоне ЛПК, это который 41-й в простонародье называется, значит, у нас там построена большая танцевальная площадка в парке. То есть вот там есть и площадки, и детские. Все это Нововятский район активно занимается благоустройством. Там молодцы. Все проекты ППМИ. Молодцы. Поэтому у них как раз есть откуда пускать фейерверк. У них рядом с танцевальной площадкой огромный стадион. То есть там есть все, где это все сделать. Геннадий Иванович Плехов рассказывал неоднократно. Да. А ты знаешь, что они еще и набережная у них победила вот в проекте по благоустройству. Так что у них там в следующем году будет вообще красота. А вот я парада просто не вижу в Нововятском районе. Торжественный митинг написан. А какого рода парад там ожидается? Значит, так как я сама житель Нововятского района. Так, Марина Александровна. Родилась, выросла и там живу. Правда, сейчас в Радужном, но все равно это Нововятский район. Значит, этой традиции, я не знаю, сколько ей лет. У нас есть такая большая площадь Победы, там памятник, рядом школа, Дом культуры, все так локально, все рядышком. И туда приглашаются, значит, все школы, все крупные учреждения, организации, они все выстраиваются. Вот проходит такое некое шоу-программа тематическое «Огню Победы». Значит, там и возложение цветов. Точно так же выделяется зона, где сидят ветераны. Школьники им дарят цветы. И после того, как, значит, подождите, ветераны из Нововятска все-таки на Театральную площадь едут? Или есть возможность и там, в Нововятске? Нововятские ветераны, они в Нововятске. У себя? Вот те, которые, да. Вот. Они там все тоже на стульчиках, все красиво сидят. Вот. И после всех поздравительных слов, после уже там минуты молчания, идет прохождение всех этих колонн от памятника, там и бессмертный полк свой. Вот. Идет возложение цветов. О, как. Я не сомневалась. Все очень так вот. Все красиво и все масштабно проходит. Молодцы, очень хорошо. Ну и здесь вот еще под... Пара-тройка минут у нас остается. Под конец про надо, конечно, про сказать про троллейбус Победы. Да, вы знаете, вот это тоже полюбившееся нашим кировчанам. У нас с 9 часов
от площади 20-го партсъезда будет курсировать празднично украшенный троллейбус. Он будет бесплатный для пассажиров. Он будет украшен цветами, баннерами тематическими. И можно будет на нем прокатиться через весь город. И мало того, в этом троллейбусе будут работать экскурсоводы, которые расскажут о вкладе наших земляков в Великую Победу. Будут звучать песни военных лет, там будут и гармонисты, и певцы. И этот маршрут будет работать до 2 часов. А давайте вот маршрут еще проговорим. Нет, до 2 часов дня. От площади ВИТЭК будет стартовать. Вот у нас написано в 8, вы сказали в 9. Все-таки. Вот у меня информация в 9.10. От площади ВИТЭК, далее Октябрьский проспект, Карла Маркса. Да, Профсоюзная, Ленина, Воровского, проспект Строителей, маршала Конева, Попова, Щерса, Железнодорожный вокзал, Октябрьский проспект, Карла Маркса и снова площадь 20-го проезда. Вот некий такой круг по микрорайону нашего города. Троллейбус украшенный обычный, который вот сейчас по улицам города ездит, или какую-то историческую машину возьмут? Я знаю, что там на территории парка у нас есть, по-моему. Она есть одна историческая машина, но она уже сейчас в таком состоянии, что мы не рискнули. Заархивирована. Да, и троллейбусный парк не рискнул, потому как это все равно с безопасностью людей связано. Значит, этот троллейбус с бортовым номером 562. Как увидели, цветной, с цветами, с баннерами 562. Так садимся, ездим, слушаем песни, информацию. Для детей будет очень-очень познавательно и интересно. У меня предложение на следующий год по маршруту троллейбуса на тех остановках, где он останавливается, специальный знак повесить, что вот здесь останавливается троллейбус Победы. Чтобы можно было сразу сориентироваться и там... Ну, можно проще поступить, можно громкоговоритель вынести наружу. Это проще. Мне кажется... Едет троллейбус громко. Два громкоговорителя поставить. Нет, погоди, но ты будешь его ловить на улицах. А так ты подошел к остановке, смотришь, здесь останавливается. Все, подожду. А еще особым образом его можно на карте ЦДС пометить, да? Таким-то образом. Кстати, да. Между прочим, многие же пользуются ЦДС тоже интересное предложение. Хорошо, спасибо. Мы учтем ваши пожелания. Фонтанируем, как всегда. Ну, у нас есть, кстати говоря, опрос к нашей сегодняшней теме на сайте hakira.ru и в нашей группе ВКонтакте. Мы всегда замеряем настроение наших слушателей. И, в частности, сейчас нам было интересно, довольны ли они тем, как отмечается в Кирове День Победы, вот чисто на эмоциональном каком-то уровне. То есть, что происходит в городе? Вот это концерты, то есть настроение людей, как выглядит город в этот день. Что у нас ВКонтакте? Ой, ВКонтакте у нас с не очень большим перевесом побеждает на данный момент вариант ответа «не придаю этому значения». И даже вот в комментариях кто-то пожаловался на то, что улицы не слишком чистые. А, ну вот у людей все-таки эта история... Видимо, от этого, отталкивается. Очень сильно влияет. Я не могу не согласиться, что, конечно, это нам слегка может подпортить сегодня настроение, но завтра, товарищи, завтра, кстати говоря, вот Володя уже Сметанин сказал, чистота этого города завтра зависит полностью от нас. Как мы выйдем на улицу, как мы с них уйдем, да, отпраздновав этот замечательный праздник, так и будет выглядеть город. Поэтому, пожалуйста, еще раз вспоминайте, получайте удовольствие, вместе выходите всеми своими семьями на улицы. Но не забывайте, что будет кругом еще много людей, меры безопасности, взаимное уважение друг к другу – это то, что всегда должно присутствовать. Сейчас благодарим нашу гостью Марину Исупову, начальник управления культуры администрации города Кирова. Марина Александровна, спасибо большое, с праздником. Спасибо, с Днем Победы всех нас. Всех с праздником, ждем завтра на наших праздничных площадках. Всего хорошего.